подруга, как успехи? Мы гримируемся в мимов? Класс! Я на все 100 готова. Нет, я просто хотела испечь ваше любимое печенье на зимний день желаний. Но я нигде не могу найти рецепт. В смысле, я никогда даже не слышала о еде чайни с кристаллами киви-пайи. Или о королевском банановом печенье с орехами, или... Старом добром печенье бабули Фиди зефиром и цитрусами? Именно! Эй, не волнуйся насчет этого, Сань. Мы не ели это печенье с самого детства. И все равно они уже никогда не будут такими вкусными. Да неужели? Начинаем операцию «Желанное печенье». Сначала за рецептом бабули Фиги, потом за помощью Кальфа Бидлу в Брайдлвуд, а потом проникнуть во дворец Зефирхайт за сверхсекретным королевским рецептом. Стоп, что? Бабуля Фиги! Вы должны научить меня готовить любимое печенье Хитча. Пожалуйста. Ох, Санни, я с радостью тебя научу, если ты считаешь, что готова. Чего? Ну, так он у вас где-то записан, или... О, нет, дорогая, он у меня вот тут. О, как мило. Так, сколько муки? Что ж, просто слушай сердце, а копыта последуют. Ох ты. Альфа-Бидл, нужна твоя помощь. Теперь помешай на 3 оборота по часовой, брось немного соли через левое плечо и разбей яйцо правым копытом. Это отгонит тортовых духов. Я сказал через левое плечо! Хочешь привлечь тортовых духов? Беги сердцем, а не копытами. Ты что? Это несчастливая ложка! Прекрасный день для любования хранилищем королевских секретов. Теперь ты готова. Обернуться 4 раза? Или 5? Добавить щепотку? Чего добавить? Кажется, чего-то солнечного. Беги сердцем, а не копытами. Мой сердцем, а не копытами. Это нормально, наверное. И ваше особое печенье на день желаний подано. Да ладно, Санни, не стоило. Тортовый дух. Ладно, знаю, выглядит не совсем, как вы помните, но... Нет, они выглядят чудесно. Жду не дождусь попробовать. Прямо как бабуля Фиди пекла. Мы тебе тоже ко дню желаний печенье испекли. Не уверен, что вышло точно по рецепту. Переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2022 году.